Спонсором перевода является компания Lingva Airlines. Курсы английского языка по скайпу с личным репетитором. Одиннадцатого марта 2015 года произошла очередная солнечная вспышка. Всплеск рентгеновского излучения от вспышки был зафиксирован аппаратом NASA IRIS с высокочастотным ультрафиолетовым спектрометром на борту. IRIS сделал первые детализированные снимки солнечной атмосферы, хромосферы. Обладая самым высоким разрешением температурных снимков, IRIS предоставляет изображения и особые данные, называемые спектра. На представленной модели спектра размещена вертикально, а изображение горизонтально. Для создания спектра спектрометр разделяет свет, полученный с определенной точки на Солнце, на волны различной длины. Эта техника позволяет ученым измерить температуру, скорость и плотность веществ на Солнце. Благодаря IRIS у нас есть возможность лучше изучить природу солнечных вспышек. Не забывайте подписываться, ставить лайк и делиться видео с друзьями.